короче, ребят, это пиздец. Бля, меня, короче, довезли. Я ехала на Блаблакаре, вот, до той трассы. И мне, блядь, сейчас 8 километров пиздовать до Андреевки. Охуенно. Ой. Это просто пиздец. Вот, видите, мне аж туда 8 километров. А ну-ка, подожди. Это просто, видите, у меня вот там высадили. Еще видите, какой у меня охуенный айфон, который надо бить, чтобы увидеть, что... Короче, Ленка приехала в село, куда с Элатра бодай 1000 километров так 8. Пиздец, когда ты так в школу ходила? Как ты тогда оговаривалась? Да, я, короче... короче? А, был Блаблакар до Чернигова и до Славутича. Я подумала, смысл ехать до Чернигова, если есть до Славутича. Я вышла на трассе в надежде, что здесь будет... О, смотрите, как красиво. Что здесь будет много машин. Ой, а, короче, машин нихуя нет. О, у меня есть пивасик, кстати. Тут идти пить пивасик. Я так надеялась, да. Ну, короче, машин нет. Но меня радует пока... Боже, представьте, я раньше, когда жила у бабки... Блин, блин, заберите меня! Не заберут меня? Боже! Вы мое спасение! Я просто реально с Киева, я думала, что все.